наша Кися прибежала. Она с нами ездила в город, вся умучилась в дороге. Что где-то 3 часа ехать. Если с пробками, то больше. Вот Патрик наш. Мы его днем выпускаем погулять в травку. Хочешь на пароходе быть? Он кушает травку, гуляет. Хочу сделать какое-нибудь для него ограждение, потому что его, когда так ходишь, он взрывается с травы, его не видно, боюсь наступить на него. Надо что-то придумать. А вот здесь есть такое местечко. Нет, надо какое-то специальное ограждение, может, подскажете, из чего можно сделать. Чтобы дно оставалось травкой, а вот по бокам какие-то стенки, даже не знаю, из чего можно. Могу. Сейчас, можно Патрику дом сделать. Подожди, зай, подожди. Хочу сделать. Да, ногой. Маш, ты упадешь, я не крепко сижу. Я, кстати, поняла, почему мне раньше не нравилось возиться с землей, что-то сажать. Потому что меня заставляли. Это было не мое. Меня заставляли. Может, потому, если бы мне мама там или кто-то выделил грядку свою, дали мне делать с ней все, что угодно, может, мне и понравилось бы. Но меня заставляли, мне не хотелось. Вот у меня, смотрите, тут лучок вырос. Правда, какой-то он не весь зашел, реденький. А то... как ее называют? Редиска. Только, смотрите, ее кто-то ест. Кстати, кто знает, что это такое, кто ее ест и как с этим бороться, подскажите, пожалуйста. Тут у меня морковка. Так, тут мои помидорки. Это вот черри помидорки будут. Они там, ну, такие, их можно даже дома на балконе выращивать. Там большая помидорка. Здесь тоже этот. Я сама рассаду делала. Там мне Лена давала. Смотрите. Первый раз я сажаю огурчики, и так приятно, кстати, смотреть, что действительно ты посадила, и у тебя что-то растет, это так приятно. Вот один арбуз у нас будет, если будет, конечно. Вот, там уже точки скоро будут, огурчики. Вон здесь тоже у меня помидорчики, вон уже помидорки есть. Это мне Лена рассаду давала. Этих помидорок. Там какая-то вытянутая помидорка. А здесь я горошек посадила. Вот такой он у меня за неделю, пока мне не было, вырос огромный. Там петрушку и салат. Вот. Будем кушать. Так что, если не хотите отбить охоту у детей к саду-огороду, не принуждайте их насильно. В общем, надо... во всем заинтересовывать, а не принуждать. Это на моем личном опыте я вам говорю. Так, девочка. Тик-так. Ух ты. Афина. Ну-ка, мажай зарядку еще. Тик-так. Ручки вверх-вниз. Молодец. А попрыгать? Молодец. Ну, делайте вместе делайте, Машунь. Егор тоже будет делать зарядку. А потом по телевизору вас покажу. Вместе. Игорь, вставай сюда, с этой стороны. Так, а кто на одной ножке простоит? Ой, не так просто. Надо вот так только поднимать. Вот так. И стоять. Это не просто. Нет, Маш, ты высоко поднимаешь. Да, вот так, на одной ножке. Несколько секундочек. Раз, потом на другую. А потом на другую ножку. Оп, подняли, постояли. У меня воды камушки.
Чего тут? Яма. Камушки. Маша, а что с ними делать, Маш? Не нужно играть. Играть, а как? Покажи. Игру. Какую? Вот так. А, кидать. Кто дальше, да? Гига. Надо. Это гига, Кария. Только надо подальше друг от друга, да, чтобы друг к другу не попасть. Маша очень сердится, если что-то у нее не получается. Какая сердитка. Давай. Молодец. Все. Вставай, не лежи долго, сынуль. Еще. Сделали варенички с клубничкой, получились очень вкусные. Капает. Капает у тебя? Сок капает, да? Вкусные варенички. Сами лепили, сами едят. Я сама лепила. Сама лепила, да. У нас сегодня целый день дождик на улице. Это сильный дождик. Да, целый день дождик у нас сегодня идет на улице. Мама, мы тебе... Слакуфает наш дом, и там в нашем доме еще будет дома. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, приятного аппетита. Что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста.